Медики из Москвы и Тулы побывали в Муравленко. Чумовая практика – это проект, который направлен на привлечение молодых специалистов в автономный округ для оказания качественной медицинской помощи. 5 молодых специалистов познакомились с врачами, посмотрели оборудование, которым оснащена городская больница. Ребята в восторге, конечно, говорят, что так не оснащены даже в Москве больницы, это очень приятно. Но они уже делятся впечатлениями в своих мессенджерах и имеют большой отклик от населения и вообще таких же специалистов, как они, которые хотят приехать на Ямал в следующую чумовую практику. Следующая поездка в рамках чумовой практики пройдет весной. Приезд молодых специалистов запланирован накануне Дня оленевода. Волонтеры планируют посетить стойбище жителей коренных народов Севера.